Ух ты ж, ё-моё! Какой он здоровый, чуваки, прям реально вертолетная площадка под него. Ё-моё, блин, смотрите. Это офигенно! Вот, собственно, как выглядит гора. Сейчас мы полетим туда. Смотрите, смотрите просто вниз, вниз смотрите. Она офигеть какая огромная. Я просто не знаю, куда лететь сейчас, если ничего не вижу. Здорово, народ! Это по-прежнему новогодние приключения, и это уже пятая часть, как я помню, вот. Собственно, сегодня я зашел слишком рано на сервер, сейчас здесь никто не играет, сейчас могу даже продемонстрировать, вот. Просто сервак пустой, и сегодня, как вы могли понять по названию из видео, мы будем делать вертолет. Вот я уже собрал все части для него, тут даже РПД взял, это ручной пулемет, вот, такой вот. И, собственно, приглашаю вас на этот сервер. То есть ссылочка в описании, заходите, качайте клиент. Там есть текстовый документ по установке. То есть именно установите по нему, а то вы вылетите, у вас краш вылетит. Короче, заходите, там айпишник тоже прописан. Будет весело, будем играть, давайте, заходите. Просто вот, заходите, там IP, все такое, как я уже повторился. Так вот, собственно, перед тем, как скрафтить вертолет, я покажу вам, что сделали другие игроки на этом сервере. Так вот, тут сделал мажористый гаражик, тут стоит такая машина с поняшкой. Так, я могу ехать на ней. Ну, нет, ладно, я не буду пока что, это все-таки не моя тачка. Так вот, это, я не знаю, чей гараж. Так, это бомжатский домик Кутиняси. Пизданул лут, хуяк поебал. Чё? А, это я имейл отправил, понятно. Это что так? Лол. Ну-ка, погодь. Настя, надеюсь, не обидится. Не, ладно, спасибо. Я посмотрел. Вот. Такие дела, то есть... Вот уже делают гаражи, тут технику. Вот еще тут тачка такая, кстати, из зомби-апокалипсиса. Из цикла зомби-апокалипсиса. Вот. Так, я не туда сел. Я что-то не могу на место водителя сесть. Ну да ладно, пофиг, все-таки не моя тачка. Не буду показывать, как она летает. Так, а вот тут стоит мой гараж. Тут, кстати, они что-то амуницию расширили. Тут... Я, кстати, тут скрафтился этот РПД вот здесь вот. Вот он. Вот, вот так он крафтится. Извините, что не показал в предыдущей серии, как крафтить машину. Сейчас я, вот, собственно, мой УАЗик стоит здесь. Крафтится он вот так вот. Сейчас покажу, где тут УАЗик. Вот, УАЗик, крафтится он вот так вот. То есть тут желтый нужен, а тут зеленый. Ну, я показывал вам, как крафтить их, вот. Заходите на сервак, будет весело. Так, а пока что мы скрафтим вертолет. Я хочу скрафтить Ми-24, потому что тут я не знаю, что для него. Вот это вот что такое, я не знаю. Пулемет какой-то. Или типа того. Так вот, крафт. Я взял более мощный двигатель, чтобы он летал лучше. Во, все, мы скрафтили вертолет. Он умещается у нас, правда, в руку. Вот так вот. Ну ладно, давайте пойдем. Поставим его. И еще тут есть сундучок такой, типа, не жалко положи, не хватает, возьми. Вот, я тут сюда положил форму анклава, которую я нашел. Потом меня просили еще сделать... Что там такое? Портал в ад? Ладно, мы потом туда сходим. Просили сделать вертолет, винтокрыл анклава, но это уже потом. Так, давайте поставим его. Ух ты ж, ё-моё! Какой он здоровый, чуваки, прям реально вертолетная площадка под него сделана. Ну... Так, топливо я взял. Так, я взял с собой пушки всякие, калаши, пистолет. Во, дигл сейчас заряжу. Патронов накрафтил. И сейчас мы пойдем полетаем. Так. Здесь вот как бы, как видите, вот тут пулемет такой есть. Вот внизу он вращается, вот. Вместе со мной. Вот. Сейчас, вот он. Так, это, собственно, место того, кто будет стрелять. Тут еще внутри кабины, ой, не кабины, а внутри салона есть вот такие вот места для пассажиров. Здесь можно сидеть. Тут 6 мест для пассажиров и 1 стрелок. То есть офигенно. Так, и вот такой вот, такая вот кабина внутри вертолета самого. Ну так что, сейчас включу Control Mod и положу туда топливо. О, слышно, как взлетаем. Сюда можно также положить для РПД патроны. Так,
Ну что ж, взлетаем. Так. Смотрите, мы летим, реально. Давайте от третьего лица вот так вид сделаем. Ё-моё. Блин, смотрите. Это офигенно. Лол. А он еще может ракетами стрелять, чуваки. Офигеть. Офигеть. Он реально может чертовыми ра... Что? Я открыл, смотрите, видите? Тут дверки открываются еще. Вон, внутри салона, смотрите, видите? Двери открываются. Я вот могу открыть и закрыть. Так, ладно, сейчас не особо летная погода, поэтому я сейчас посажу его, и мы уже утром пойдем летать. Так, чуваки, вот и началось утро. Собственно, сейчас, помимо вертолета, я покажу вам... Ой, у него что, колесо дымится? Ой. Как мы выращиваем цветы, собственно, вот мы вырастили вот такую травку, просто тыкаем сюда правой кнопкой мыши. И спасибо, что нам подсказали в комментарии много хороших людей. Вот так вот мы и выращиваем цветы, и делаем всякие эти красители. То есть можно вот так их смешивать и получать другие красители, там шерсть красить и прочее. Спасибо огромное, то, что подсказали. Но я, пожалуй, закину в вертолет эти красители, потому что они мне сейчас не нужны. Так вот, и много было войны в комментариях, откуда у меня 24 тысячный левел. Я, короче, хотел сделать на 100 тысяч подписчиков, типа, 100 тысячный левел, мол, многие чтобы заметили, но выше этого числа не получается просто. Вот, а насчет тех вещей разбросанных, я не знаю, как бы, ни у кого ГМ не было, ГМ... Было, они имели в виду только то, которое мы до записи, но потом я им всех все снял, ГМ. Но вещи пропадают спустя 6 минут же. Я не знаю, откуда они там взялись, серьезно. Так вот, давайте полетим уже. Так, это я... О, у него нет керга! Черт, ну да ладно. Так, собственно, полетим. Куда мы полетим? Давайте полетим на гору. Я уже... Знаю, как лететь на гору, я могу вам прикрепить карту, показать, как выглядит гора, вернее, карту всю. Тут туманность, вот, жесткая прям, и за нами такое облако дыма, но ничего страшного. Починить можем? Да, починить можем. Собственно, вот у нас такая холодная тайга, мы летим сейчас над холодной тайгой. Вот, и сейчас покажу вам, как подлететь на гору, на вертолете этом. Собственно, я увеличу слоты этого сервера на 20 или 30 слотов. Не знаю, ну, чтобы игроки играли, вы там. Вот. Ух ты, какая гора. Вот, собственно, как выглядит гора. Сейчас мы полетим туда. А, блин, жалко, у меня нет ракет, потому что я сейчас бы так засадил бы этому. Стоп, а этим могу стрелять? Не, не могу, ну ладно. Засадил бы ему по голове. Собственно, это одна из самых высоких гор на этой карте. Сейчас мы вот сюда вот взлетим. Так, нет, не это. Как бы это, но она делится тут на две горы. То есть я уже успел поездить на тачке, поизучать тут все. Вот, смотрите. Вот, вот она. То есть вниз эта гора вообще очень высокая. Вот как она выглядит. Вот тут табличка даже стоит. Типа здесь были Нузи и Фанни Гуфи. Вот. Ой, как бы я сейчас колесо не расфигачил. Так, давайте вылезем. Ой, ой, я расфигачил колесо. Я не хотел. Так, да, колеса реально нету. Окей. Так, здесь были Нейзи и Фанни Гуфи. Да, окей, думаю, эту табличку можно уже снести, потому что здесь будут друзья наши строиться. Но ничего страшного. Тоже приходите сюда, делайте какие-нибудь аэродромы, там, самолеты сюда пригоняйте, прочие, вертолеты. Будет весело, короче, давайте, заходите. Ну, а мы пока что полетим дальше по карте. Не знаю, куда полетим сейчас. Но сейчас покажу, как какая-то гора реальная, огромная. Собственно, сейчас накренюсь вот так вот. Смотрите, смотрите просто вниз, вниз смотрите. Она офигеть какая огромная. То есть я вот сейчас лечу просто штопором вниз. Просто гигантская гора. Я даже могу прорисовочку сейчас побольше поставить. Вот. Сейчас развернусь только. Вот. Надеюсь, сервак даст прогрузить карту. А, нет. Сервак не... Видите, сервак не дает прогрузить карту. Она вот там вот заканчивается, и все, дальше он не прогружает. Вот это минус сервака, поэтому поставлю вот максимум прогрузки этого сервера на 6.
А, не, не на 6. А тут так вообще ничего не видно. Вот так поставлю. Так, где мы? Я потерялся. А, вот. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой, взлетай, взлетай, взлетай. Так, давайте от третьего лица пока что полетим. Не, все-таки вертолет это реально жесткая тема. Просто на нем летать это божественно. Это что там такое? Чуть за салюты. Ладно, допустим. Салюты какие-то. Так, и полетим мы, собственно, сейчас на другую гору. Покажу еще одну гору. Тут есть много гор. Так. Собственно, сейчас пока что лес идет. Вот. Ой, блин, не прогружаться не успевает. Ну да ладно. Я, пожалуй, туман уберу. Так, чтобы не было мыльца такого. Так, и поменьше сделаю звук. Пока что прогрузится все. Во. Отлично. Так, надо. Чё вертолет так медленно летит? Надо вот так его повыше, а потом вот так вот. Чтобы он кренился и летел. Блин, ну это куда круче, чем пешком бегать, на самом деле. Да, уже довольно темно становится. Если сейчас начнется снегопад, то это вообще жопа будет. Слушайте, хороший двигатель, он почти не тратит даже топливо. Смотрите. Я немного потратил, но не так сильно. Как бы он постоянно заливает. Это что такое за воронка? Лол. Так, уже совсем темно становится. Но мы на вертолете, нам не страшно, только если нас какие-нибудь террористы не собьют там с криками «Аллах Акбар». Ой, ну все, темно, 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 темно стало. Прям я аж самого своего вертолета не вижу. Будто негры на мой экран напали, знаете. Ну ладно, как я увижу свет, так сразу буду знать, что это мой лагерь. Так что я все равно дальше полечу. Ну, чуваки, напишите в комментарии. Вот интересная эта задумка, вот как бы. Сделать серваку такой вот, чтобы вы там играли просто. Как бы развивались с нуля. Или нет? Ну, заходите, многие просто хотят поиграть сам. Ой-ой-ой, темно-то как стало. Блин. Там же спаунятся всякие нечисти. Короче, как я увижу свет, то сразу пойму, что это моя хата. Ну, не хата, в смысле, лагерь наш. Пока что очень темно, вообще ничего не вижу. Не видно, даже свой вертолет не вижу. Как будто негры напали на него. Я куда вообще лечу сейчас? Это вода? Я что, за карту вылетел? Или что? Я не вижу. Лол. Меня, походу, не прогружается. Что это? Сейчас. Ой-ой-ой-ой, не-не-не. Это не вода. А, все, прогружается, отлично. Блин, я просто не знаю, куда лететь сейчас. Я, если ничего не вижу, тем более. Потому что при прогрузке там качество ухудшается. Ну да ладно. О, гора. Отлично. Ну, раз гора, то я теперь знаю, куда лететь хотя бы. Надеюсь, это та гора. Или нет? Или это не гора? Кажется, это вообще вовсе не гора вообще. Что это? А, да, это гора, отлично. А, Джомолунгма какая-то. Черт. Я не знаю. Куда лететь, куда ползти, куда идти. О, отлично, я прилетел к этому вулкану. Вон там табличка, значит, надо вперед лететь, да? Я не разглядел, в какую сторону она смотрит. Ладно. Я, кстати, придумал еще альтернативный свет в кабине. Факел просто держать в руках. И кабину зато видно. Так, значит, надо туда куда-то лететь, да? Ну, блин. Ночью не прогружается. Вот, собственно, надо туда куда-то лететь. Сколько там топлива? Ну, нормально, нормально. Еще. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой, куда? А, вовсе, намаз. Так, тут лес, тайга. Блин, не знаю пока куда лететь.
кому вперед. Но я все правильно думаю, что? Нет? Слушайте, если я увижу огонь, то сразу. Не, блин, я не могу. О, что, озеро? А, вот оно. Черт, вот оно. Ура. Собственно, вот как выглядит лаги сверху. Блин, довольно-таки прикольно и красиво. Ни одного моба нету там, потому что, во-первых, забор, который они ломают, он может там быть. А во-вторых, везде факел. Так, ща, давайте на посадочку. На посадочку. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, посадили вертолетик. Отпусти меня. Вот. Только он без... Инвалид немного, без колеса. Но это ему не мешает сажаться. Так, пушку развернем вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нет, уйди. Уйди-уйди-уйди. Фига он носится. Реактивный. Эй. Я, блин, попасть не могу. Че стоять? Ты что делаешь, а? Он надо мной издевается. Ты кто такой? Что ты такое, скажи? Ой! Нет, не взрывайся. Все, допрыгался. Зеленая мразь. Не, все-таки надо оставить такие окошечки, чтобы можно было простреливать хотя бы. Вот, собственно, полетали на вертолете, тачки посмотрели. Вот. Ну все, полетов достаточно. Не, больше не хочу.